Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку конца 2017 года. Модель вышла в продажу в декабре. Фердинанд от фирмы «Звезда» в 35-м масштабе. Да, «Звезда» нас порадовала в этом году. В завершении 2017 года выпустила довольно-таки две интересных модели. «Урал» и «Фердинанд». Конечно, молодцы. Лично я очень доволен. «Фердинанд» и «Урал» – это собственные разработки «Звезды», не перепаки. Поэтому очень интересно их будет собрать. Литники были упакованы в отдельные пакеты, но я предварительно распаковал. Начнем с инструкции. Инструкция сделана в виде книжки, не сильно толстая. Ну и в принципе деталей в наборе и не сильно много. Всего лишь заявлено 292 детали. Поэтому, я думаю, набор будет достаточно простой и несложный. Хорошо отпечатана инструкция. Все довольно неплохо, схематично показано. Как видим, в наборе присутствуют полунаборные траки. «Звезда» во многих моделях их делает, что также упрощает сборку, особенно для новичков. Всего лишь 16 этапов сборки. Ну и в конце инструкции мы видим, что нам предлагает фирма «Звезда» по окраске моделей. Это три «Фердинанда» под номерами 501, 123 и 612. Ну, мне больше нравится 612-я и 501-я. Камуфляжи довольно интересные. Жалко, что схема окраски не цветная, а черно-белая. Начнем рассматривать ванну корпуса. Сделана ванна одной деталью, что тоже не может не радовать. Очень понравилось, что сделаны распорки. То есть они не дают модели и в ванне закрутиться в какую-либо сторону. Это очень хорошо. Да, присутствуют в наборе утяжины. Читал на форумах, но посмотрел свой набор. Да, есть утяжины, но они все с тыльных сторон деталей. То есть их не надо ни шпаклевать, ни чем-либо обрабатывать, так как их просто не будет видно. Рассмотрим подробно литники. Подробно посмотрим детали. Это внешняя сторона. Довольно хорошо сделано. Ну и опять же, вот есть утяжины, про которые пишут на некоторых форумах. Но это все с тыльной стороны. Еще раз хочу повториться. Не знаю, как у других, но в моем наборе
видимых сторон утяжем я не обнаружил. Хотя все довольно внимательно посмотрел. Порадовал ствол. Сделан одной деталью. Аккуратно срезать, аккуратно обработать. Получится неплохой ствол. Дульник выполнен с двух деталей. А здесь вот видим. Литников не особо много. При желании можно трос заменить. Ну а кто не любит возиться, можно оставить и наборный, если делать из коробку. Толкатели тоже с внутренней стороны деталей. Облоя не обнаружил. Два литника с полунаборными траками. Имитирован провис. Особо его не видно, но с этого ракурса можно рассмотреть. Траки сделаны довольно неплохо. Три одинаковых литника с катками и элементами подвески. Все очень хорошо. И два одинаковых литника со звездочками. В наборе присутствует литник с прозрачными деталями. Синтетическая сеточка. Довольно несложная декаль, всего лишь три номера, три креста.
и литник. Прозрачный. Надеюсь, в сборке модель мне понравится. Деталей немного, литников немного. Посмотрим при сборке. На этом, друзья, буду заканчивать обзор. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо, что комментируете работы. Спасибо, что остаетесь на канале. Всех благ вам и вашим близким.